и проснуться, опять заснуть. Желаем голову будильнику свернуть, оставить кофе, слегка вздохнуть, войти в воскресный день, как в свой последний путь. Иду сквозь пальцы сильные года, одно лишь смысла не лишится никогда. Окину взглядом сады твои, как мне плодов любви доставить в закрома земли. Как лицом к лицу стоять, приняв из рук твоих дары. На завтрак соли с просворой съем, чтоб двигать горы только было бы зачем. Мне все по силам, но не в этом суть. Хоть даже б смог весь материк перевернуть, бежать к награде желают все. Но мои герои часто белки в колесе, остановившись, понять, кто ты, кто я. Тогда б светильник мой чуждым пламенем сиял. Огнем своим зажги, чтоб я грел, а не сгорал. Давно привычен безумный ритм, и в муках вычислен победный алгоритм. Ориентиры я назвать просил, чем весь день стремиться из последних сил. Бежать к награде желают все, но и герои часто белки в колесе. Остановившись, понять, кто ты, кто я. Когда в светильник мой и чуждым пламенем сиял. Огнем своим зажги, чтоб я горел, а не сгорал. Следующая песня религиозного содержания. Песня называется «Невеста». Невеста. Ну, невеста не та, которая в платьишке с накрашенными губами, только не в пятницу 13-го, хотя я отлично женился в пятницу 13-го, очень успешно, уже 16-й год. Обычно, да? Проезжает на праздничном кабриолете к памятнику. Вот здесь, например, да, и переносят невесту через мост. Не совсем это. Имеется в виду невеста Христова. Когда-то я услышал забавную историю от двух бабушек, беседующих около храма. Одна из них другой рассказывала о том, что... Ты знаешь, должен прийти Христос и найти себе невесту. Интересно. И начал прислушиваться. И вторая бабушка тоже удивилась. Неужели? Что за невеста такая? Неужели в нашем грешном мире еще осталась какая-то девица чистой душевной красоты? Сидит, вышивает золотые иконы где-нибудь под сенью дуба в монастыре. Вот. Ну, так считала бабушка. Но на самом деле под невестой Христовой, конечно, если трактовать Писание, подразумевается Церковь Христова. И вот, вот эти близкие взаимоотношения, которые ожидаются между женихом и невестой, вот их можно экстраполировать, извините за умное слово, на отношения Церкви и Христа.
это настолько душевно, насколько весь официоз, вот этот вот, так сказать, официальный церковь, он как бы сразу так превращается во что-то неважное и маловажное, когда ты видишь, что за всем этим, оказывается, скрываются простые человеческие взаимоотношения. Совершенно все естественно и натурально. Невеста ждет, она желанна и чиста, взывая жениху, сошедшему с креста. Стоит она у входа в сад, любимого зовет, из уст ее текут слова, как молоко и мед. Ты прекрасен, возлюбленный Иисус, твое имя, моя истина и путь, как потоки рек живой воды, словно ветер освежаешь ты. По саду льется аромат, возлит ели. Не разбужу возлюбленной, доколь угодно ей. Я виноградники взрастил, водою поливал, с тобой желая разделить все то, что здесь создал. Ты прекрасна, моя возлюбленная лань, твои ласки прекраснее вина, нежным взглядом из-под твоих кудрей не поведай о любви своей. Невеста ждет, она желанна и чиста, взывая к жениху, сошедшему с креста. Стоит она у входа в сад, любимого зовет, из уст ее текут слова, как молоко